Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. Микрофона Дарья Топузлива. Владельцы индивидуальных домов не регистрируют права собственности. Территориальные межведомственные комиссии по вопросу увеличения налоговой базы проверили в первом квартале этого года 175 объектов на предмет готовности индивидуальных жилых домов. В результате обследования установлена 100% готовность 63 объектов, из которых владельцы зарегистрировали право собственности лишь по 16. Также в ходе обследования земельных участков установлено 47 индивидуальных жилых домов, по которым права на объект не зарегистрированы, сообщает пресс-служба администрации города. Городские власти призывают всех владельцев домов узаконить свои домовладения, земельные участки и другие объекты недвижимости и платить налоги, чтобы не понести административную ответственность. Дайджест недвижимости. Сдан дом Наурицкого, 48. Строительная компания СК «Дом Инвест» завершила возведение многоквартирного дома на улице Урицкого, 48, сообщает портал bn.ru. Дом кирпичный, одноподъездный, находится в исторической части города. На 16 жилых этажах расположены 96 квартир. Дайджест недвижимости. По данным информационного агентства Роснет.ру, в апреле минимальная цена предложения на первичном рынке составила 30 тысяч рублей за квадратный метр, максимальная – 58 300. Средняя цена квадрата – 42 689 рублей, это на 0,2% выше уровня марта. На вторичном рынке самой дешевой сделкой в апреле стала продажа малосемейки на улице Крутикова за 770 тысяч рублей. Самой дорогой – квартиры за 15 миллионов 300 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.